Всем привет! Сегодня 15 марта 2020 год. Погода у нас переменчивая. Пошел сильный дождь, ветер плюс 5. И за сутки снег процентов на 70, на 80 растаял. Появились уже вот такие проталины. Лошади разделились на две части. Одну уже проверил, посмотрел. Сейчас вторую подхожу, посмотрел. Вроде маленьких еще не видать же, ребят. Вот уже вот такие проталины. Щебеневка подходит к завершению. У нас кнопка, точка суффикса. Ребята, почти. Это вот у нас жеребчик, двухлетка. Сейчас мы его выдернем, поставим, дома будет стоять. Жеребчик малыша, сын малыша. Лошади в нормальном, с отличном состоянии, прошли тюбеневку, сильно уж не похудели, нормально. Это вот суффикс, мы его сейчас тоже выдернем, дома поставим. Ну ладно, в общем, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Тут же ребята играют. Хорошо себя чувствует. Это вот тоже серая кобылка, дочка суффикса. Вот 3 года ей будет весной. Жереба. Двухлеточка кобылка, покупал ее в Петропавловске, есть такое там городок Бишкуль. Вот кобылка, как она, карачаевская порода, карачаевская порода, и парочку покупал. Они обычно вдвоем ходят.